Всем привет! Это какая? Третья серия? Да. Мы в этой серии будем переезжать. А еще нас чуть не убили сегодня. Ладно. В Майнкрафт. Да-да. Так. Железо почти переплавилось. Я сейчас скрафчу себе броню. Всю полностью. А еще смотрите, какое красивое железное броню. Да, сейчас, подожди. А что ты тоже одеваешь? Я хочу один крутым быть. Голова моя! Забирай. Я ее вся в комнате повешу. Так, все. Слышишь, я пойду пока этот, искать мир, пока ты там что-то сделаешь. Хорошо, сейчас она тут переплавляется, почти печка. И пойду. Нету там его нигде. Нет, я пока никого не увидел. Я увидел скелета. Так. И крафти, походу, я вижу его. Вот он. Да, я сейчас лодки скрафчу. А, стой, подожди. Поплывем в разные стороны. А, он стал сильнее, да, он стал намного более сильнее. О, тебе 2 хп снес с удара, то что еще просто в броне. Ну, больше мне ресов, ну, ресом нам не нужно. Их двое! Реально? Их двое! Ничего себе. Ребят, походу они размножаются. А, кстати, ты сейчас появишься в другом месте. У тебя же кровать сломана, давай я тебе ТП. Ко мне, не-не-не, я пойду отсюда мир искать тогда уже. А, окей, я тогда поплыву. Я сейчас, а у меня досок нет. А, я сейчас. Давай, когда миры найдем, то... Обычно это. В пустыне жить я не хочу. Опять дождь пошел. У голема уже обывать без смысла, но ничего нет. У меня есть лодка! У меня лодки нет. Я их пока не вижу. Ну, хорошо. Мы прям там убили чашу. Ну, я туда не пойду. Кстати, и тут, смотри, здесь листва обычно. Они стали очень сильными. А, нет, нет. Он щит пробивал еще, да. Нет, тот не мог, а этот сейчас я даже когда вышел, то что я не делал, я пробивал. В принципе, там акация. Там лодку можно, в принципе, взять и скрафтить. Пойду. Сейчас крафчу лодку. Так, лодку надо скрафтить, и я поплыву куда-нибудь искать. Достаю. Вот это я, которую люблю. Да, знаю. Забрал. Так, пока я их не вижу. Только пустые какие-то фигни. А, блин, мне еще надо скрафтить этот, походу. Верстак у меня верстак. Ты же забрал его. Так, забираю. Капец, 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 капец. Двое. Обернись назад быстрее. Они быстрее достали? Не знаю, я побегу. Я одну доску специально поставил. Вот смотри, я могу на скорости прилететь и не задыхаться. Я, походу, нашел обычный домик. Белым? Да. Я харчик тебе давай такой. Сейчас, подожди, не топахать еще. Хорошо. Сейчас скажу тогда. Может, это ошибся. Не, они не заплывут, они не умеют быстро плыть. Если быстро не умеют, то ходят достаточно быстро. А это необычный лук. Необычный лук. Прикольно дождь выглядит под водой. Блин, 16 уже. Ну, давай сюда спросим, я не хочу плыть по морю. Чё, я за тебя. Дай, ладно, зачем?
А, я сейчас верстак крафчу. Дай верстак, кстати, у тебя же есть. Шахте, шахта, каньон. Это я его построил. Ладно. Я вижу много железа, но оно нас уже не интересует. А еще сюда очень тяжело спуститься. Там вон зомбари, скелеты, ведьма. Ведьму я могу побить. Дай мне лучше эту. Спускайся за мной в ландшафт. Дай мне, пожалуйста. Я верстак. уже спустился. Я ж тебя вижу. Тут два зомби крепятся на меня. Да, с той стороны два зомби. Которые на меня, кстати, заагрились. Бегут, бегут, бегут. Я могу сейчас сделать вот так. А я могу даже... А! Ничего себе! У меня пол хп! А я так жестко тебя слышу. Капец! Ой, хорошо, что в воду упал. Меня смотрели. Ко мне будешь топаться? Конечно. А чё так? Я думал, я соло покопаюсь. Ты я сейчас за тебя чуть в лаву не упал. А зомби тут? О, золото. Золото. Ты на тебя зомби агрится. Ладно. А, ему пофиг, он в лаву пошел. Имба. Он сейчас тебя скинул! А, да. Чё? А нами я вдвоём окружили. Делаем верстачок. Как же я к тебе сейчас топор? Ночь. Время, какое время? Так. А, у меня палка. Привет. Привет. Я себе крафчу железный меч. Привет, Андрей. Железный меч и железную кирку. Так, я понял. Прям передо мной взорвался. Имба. Я пойду наверх и пойду вверх. Здесь точно не знаю. Где? Куда ты залез? Ой-ой-ой-ой-ой! Тут трое! Да ё-моё. По одному. Да чё вы вдвоём? Я сказал по одному. Ой, я уклоняюсь. Да блин, 2 хп. Не уклоняюсь. Укол. Не пройдете. Прошли каким-то образом, не знаю. Опять же били тебя! Меня зажали! Я и то лучше тебя играю. Ладно. Ладно, я пошел искать что-нибудь. Кто-то зомби ко мне нужен. Капец. Чё? Капец, я говорю мне. Так, храм это, наверное, который я лутаю, но я посмотрю. Ой, ты там где? Я где-то... Где-то? Далеко. Где-то далеко. Далеко. А, да, это который я летал. Просто в поисках алмаза. В поисках деревни. А вот это какая высота? Не может быть алмаз? 52. Нет, не может. Он на 12 как минимум. Понятно. Первое правило в Майнкрафте не копать под себя. Я буду копать сейчас под себя. Поэтому я к тебе и пришел. Не надо, давай в другой стороне копайся под себя.
Ой. Убей его. Убей его. Убей, 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 убей. Просто драться. А! 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 Есть? Один. Одну. Я тут все освечу. Сверху. Давай, иди сюда. Иди сюда. Еще одну завалил. Я боюсь, что сейчас где-нибудь мёрдер появится. И нам будет просто кол-кол-кол. Спиной как будто болит. Так, понятно. Кстати, я, короче, буду сейчас копать, наверное, этот. Я уже на 11 высоте алмаз тут может быть? Да. Я уголек копаю. Чтобы нам скрафтить кирочки. Кирочки? Ой-ой-ой, факела. Ой-ой-ой. Я пойду по уголек, чтобы нам скрафтить кирочки. О, кстати, нам еще нужны палки, которых у меня нет. У тебя есть палки? У меня тут есть железо, которое я копаю. Да ё-мо, со спины, крысы. Ох, тут полностью в этой... В редкой броне, как там её... Не забыл. Колта? Нет. Колта, это классно, смотри. Чё у тебя золото? Я, кстати, тебя вижу. Не золото, а золотой. А. Я, кстати, я тебя видел, никто. Как это был на 12 лет, на 50. Я уже на второй. Алмаз! Да? Алмаз! 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 Ну, два! Два! Ура! Никому не надо. Три? Если будет, то можно кирку сделать. Поверь, это будет только моё. Один. Два. Ну, хорошо. И тут крипер, блин. Тебя ты пыхнуть ко мне? Не-не-не. Давай я к тебе. Давай, я еще пройду. В темноте я классно. Прикинь, эндермен прям возле меня появился. Потом сейчас на тебя заду. Еще один крипер, здорово. Ура! Он взорвал, но ничего не видно теперь. Опять мобы эти дураки. Понял? В атаку! Ой, давай, 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 капец. Зажимают, зажимают, но хп. Сняла плоть. Ба, подхилимся. Ну, наконец, я, ну ладно, и... Опять мобы! Нафига на четвертой высоте? Я хилюсь. Смотри ко мне! У меня 3 хп, а куда к тебе? У меня тоже 3. Ни дерева нет. Ой, скелет зомби убил. Ну, чтоб скелет пройдём. Пластинку бы залутали. Да. Лутай его. А, он сам за себя залутал. А что я сейчас найду? Мы на минус 7 высоте. Помогаю! Молодец, залутал. Капец, тут темно. Да ё-моё, ты чё передо мной стал? Я тут иду. Так, тут можно? Да, вот так вот заходим. Тут вода. Ох, тут ткань. Тут светло более-менее. Ну, классно. Скажи, это наше? А то где я копал? О. Это мы в старом каньоне. Я прокопался. Ой, забрал этот
Видишь, под водопаду, которому... Или нет, я не знаю, что это за камень. Подожди, а ты же забирал вроде железо, да? Откуда? Ну там, просто железо валялось сейчас. Я знаю, я не знаю, я не знаю, что это. Прикинь, это этот копал. Мёрда. Мне стал. Да, жалко, что нельзя факел, конечно, в левую руку поставить. С одним модом можно было, но... Нет, этого мода сейчас нету. Освещение включу. Где освещение включить? Прикинь, у меня есть только гнилота. Нужно? Почему? Ты же кушать хоть. У меня два сердечка, у меня зомби, у них она. Ну, подхилься как раз таки. Гнилой плотью. Не спускаемся. Я подхилил к нему плотью. Покушаем. Все подкушали. Приходится. Деликатес кушать. Великий. Я сейчас похуда хотел лазить на бутылку. Давай. Надеюсь. А почему это минус 35? Потому что минус 35. Успел щит вовремя залутать. Так, как мне наверх забраться? Куда я забираюсь вообще? На стену. Зачем я на стену забираюсь? Как ты думаешь? Не знаю. Я тоже. Сейчас будет рискованный трюк. Я могу упасть в лаву, а могу перепрыгнуть я. Не знаю, куда я иду. А! Скелет снайперс! Скелет снайперс. Блин. Мне надо. Мне бы нитки пригодились. Что? Че, завалили? Ведьма, убитая магия. Куда ты там залез вообще? Лезал куда? Зачем время пустил? Что там время ставишь? Ты сильно обидишься, если я вот так вот сделаю? Сейчас я прыгну. Хочу прыгнуть. О, давай ты в моменте. Давай, раз, два, три. Хорош. Погнали дальше искать. Нам нужна деревня. И мне надо скрафтить лучше всего. Где есть, кстати, нитки? Что, мне на лук хватает. А мне нужны палки. Ой, нитки точнее. И желательно верстак. Потому что я без верстака не скрафчу это все. А что ты хочешь скрафтить? Лук. У меня есть две стрелы. Сейчас смотри, как я это сделаю. Ты где? Бежи за мной. А ты где? Я не вижу. Ай! Ну, полностью, кстати, деревню облутали. Да. Ну, так это, конечно, почему тут... Садись ко мне. А ты где? В океане. Ты пыхать ко мне. Ой. Сейчас нажму перенести спайка ко мне. Посадись. Ой, сейчас я, подожди, я встану. Сажусь. Давай, плыви, я, кстати, буду смотреть, где Мёрда. Что-то давно его не видел. Ну, о, не смотри, видел. Там, кстати, это, лавра. Мы его уже долго не видели, а потом... Потом их оказалось два. Почему я назад не могу посмотреть? Чёрт, шею не могу свернуть. Что такая за физика? Я, кстати, могу просто... Солнце еще высоко. 9:45. О, дельфинчик. Прям рядом с нами тут.
Я вот, кстати, прорисовку чанку сделала. Ты что делаешь? Да смотри, я зарезка просто на ту лугу. Сейчас вот так вот нажимаю, и нам неизвестно теперь куда. Да, прорисовку чанку сделала. Побольше. Ой, забыл, я если честно забыл. Давно это не делал. Ну ладно. Короче, на максимум. Насколько лагать будет? На 14 я поставлю. Все равно ничего не видно. Немного подлагивает, но... В принципе, нормально. Сколько скажешь, я... О, вижу землю, пустыню. Мы на нее прям плывем. Так мы обратно приплыли. Мы реально обратно приплыли. Не обратно. Нет, мы отсюда стартовали. Нет, кажется. Нет. Да, и там храм был. Подожди, вот что у меня будет здесь? Я сейчас пойду. Да мы туда посмотрим. Пришли. Давай, дай я проверю хотя бы. Ой, капец, я сейчас плыву. Да я быстро. Да, да, да. Так, я отплыву немного от берега, чтобы если какой-нибудь мёрт другой. Да их уже два. Да, ты пришел, как я сказал. Блин. Ты пришел туда же. Я пришел. Откуда? Я ушел. Давай, я тут жду. Такси. Я потерялся. Просто ты поехнись. Это что, не смогу? Можно я просто Нет. Я буду тут крутиться. Слышно? А это стрела. Где-то. Я тут стою. Отплывай. Давай, садись. Меняемся. Садись. Да что ты бьешь лодку? И меня побью зараза. Да? Садись. Быстрей! Там стрясутся мы чудик. Поплыли. Трясутся чудик. У меня до сих пор на максимум стоит прорисовка чанка. Прикинь, мы третий день. Начинаем с одной и той же точки. Конечно, не повезло спавнуть, типа вот мы появились, где пустыня и вокруг океана. И вокруг Мёрдора ещё. Два Мёрдора теперь. Да. Мы вообще не могли, а сейчас уже два. Да. Уже седьмой день мы хотя бы где-то. Угу. У нас в одной серии что-то... Ну, в первой дня? Два или три дня было. Два или три дня было. В первой, в второй мы вроде два дня. Капец. Мы сейчас опять приплывем. Я, кстати, вижу слева, там этот вон, какой-то берег в пустыне. Но это другой. Это другой. Пойдем вон между вот этими пустынями проплывем. Да в другую сторону. Вокруг одна пустыня. Мне кажется, мы туда уже приплыли. Ты водитель, куда ты меня привел? Так мы уже тут выживаем. Подожди. Ты опять туда же плыл? А нет, это другой храм. Это другой храм. Ой! Присосала. Присосала. Лодку сосала. Вверх лодки. Я потерял лодку, но не потерял друга, поэтому я попался в храме, который я сидел там. Это другой. Это другой. В том выход был за этого. Ты куда поплыл, кстати? Ты где? Я вот ушел. Я пойду. А. Я тогда доплыву туда просто. Я просто реально викинг. Давай-то быстрее. Я уже доплыл до другого берега. А я уже почти приплыл.
кран. Ну я туда же плыву к крану. Чур я его первый летал, ты тоже летал. Да, да, вот. Да просто сейчас я туда зайду, если что, резко надо. Даже если... Я лутаю, друзья. Тогда нет вместе, нет. Колодка тогда уже ломается. Всё. Где? Молодец. Да, это другой. Так логично, потому что здесь ход открыт. В том был закрыт он. Чё там, интересно, чё там? Чё там, алмазы есть? Да реально. Нет, реально, нет, не алмазы. О, изумрудики. Классно. А я тебе изумрудики оставлю. Конная алмазная броня. Жалко, их обратно в алмазы нельзя перекладывать. Кстати, мы, кстати, динамит не забирали с тобой. Я заберу защиту от снарядов, прочность 5 и верность 3. Кстати, давай заберем динамит. А нафиг он нам был? Не знаю, просто по приколу. Знаешь, сколько у меня паутины? 20. Именно паутины, не ниток? Ниток, ребят. Давай, я буду сейчас поплывем, теперь я буду водилой. Давай, садись. Я водил. Сел? Нет, да ты не сел. Я сел, я сел. Да, ты сел. Все, поехали. Или куда-нибудь туда. Чё везде пустыня одна? Что за волша волшебная происходит? Секунду. Плывём, 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 плывём. Плывем, 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 плывем. Мы эту серию потратили на то, чтобы просто найти. Там и еще не нашли. Угу. Ну, ребята, мы скоро будем заканчивать серию, потому что мне надо уходить. Хотя бы куда-нибудь доплывем за эту серию. Куда-нибудь, кроме пустыни. Интересно, что мне надо быть плыть, чтобы просто найти обычный биом, самый классический, а не пустыня. По бокам чем-то. Нет, кстати, прорисов по чем-то больше, чем. Классно. Мы плывем куда-то. Непонятно куда. Как же скучно просто плыть. Те, кто-нибудь. Как ты думаешь, ну, прикинь, мёрдеры сейчас сзади нас просто плывут. Я не научились плыть быстрее, чем на самом-то. Ла-най-най-най-най. Просто темнота. Я, короче, с дельфинником. Давай. Тебя... Где там? Цепляйся. Я уже впереди. Я знаю. Ты не будешь со мной? Я хочу здесь просто плыть. Как на холоду станется. Привет. Где ты, моя вот туда? Я прям тут рядом с тобой, по-моему. Фон, где ты их оставил? Фон, дельфин, хатай.
он в дельфинах останется. Что я сказал? Где-нибудь, ну что-нибудь, кроме моря, кроме пустыни, кроме всяких... Ты что, угораешь? Поехали обратно? Мы нашли новую пустыню, ура! Я предлагаю остановиться здесь. Давайте, надеюсь, там хотя бы это просто пляж, а не полностью пустыня. Хотя это вряд ли, потому что тут видно, что тут кактусы. Капец. Они реально издеваются? Почему? Почему я быстрее тебя приплыл? Да, я видел, мне тут написано. Да, это обычно. Лодка с этим мечом будет. Они реально... Я вижу каменный биом. Кафе. Каменный биом. А, это не биом. Ну ладно. Капец, где? Плохо. Всё, где? Как нам выживать? Почему? В пустыне это просто невозможно. Что за проклятый мир? Одна пустыня был... О, заброшенный портал. Я бегу к нему лутать. Давай, беги за лутаю. Ой, ты не обжёгся. За тобой куча толпа монстров идет, прикинь. Ой, я не могу найти. Ты встал прям на магму. Чё там? Забирай все. Просто день. Просто. Больше. Я бегу. Всем, да, всем пока до 4-й серии. Да, и это потому что да, да, какая-то вообще волшебная, потому что здесь одна пустыня. Да, был да. Только акация одна. И все, и были только пустыни. Опять море. Одна, кстати, оказывается, имя один дерево. Один дерево. Все. Заканчивай серию. Ладно, всем пока-пока.